В новой галерее художественного музея открылась выставка молодого ивановского художника Олега Копысова. Знакомство с творчеством молодых профессионалов является сутью музейного проекта «Новые имена». Олег – представитель одной из художественных династий нашего города, достойный продолжатель традиций своей семьи. Огромное количество влияет художников. Стараюсь приблизиться к Левитану. Очень прекрасные художники, считаю, как Стажарова, Федорова. То есть огромное количество. Также у меня пример есть отец. Отец с мамой и дедушкой, я же художник поколений. Я постоянно смотрю, чему-то учусь, спрашиваю совета. Потому что очень хорошо, когда рядом есть такие люди, которые еще могут и посоветовать что-то. На живописных полотнах автора многообразие стилей и жанров. Это и натурные портреты, наполненные вниманием художника к внутреннему миру портретируемого, и жанровые городские зарисовки. Но наиболее близки молодому автору откровенные в своей красоте знакомые пейзажи среднерусской полосы. Больше мне нравится сюжет как пейзаж. Плёский именно пейзаж, наши глубинки, наши деревеньки, которые считаются городом. Там действительно отдыхаешь и душой, и сердцем, и постоянно творишь. Традиция реалистической живописной школы, лирическое видение родной природы, поиски новых средств выразительности близки автору. Участие и победа в многочисленных художественных конкурсах подчеркивают стремление к профессионализму. Самое главное, по-моему, это чтобы работа, чтобы желание писать, рисовать не было в категории дела, которое называется хобби. Нужно быть фанатом своего дела, только тогда что-то получится. И ведь что интересно-то? Наша работа – это благодарный, труд благодарный у художника, потому что она в ответ отдает себя и дополняет, и обогащает, и все остальное. Не случайное обращение к волжскому пейзажу. Возможно, подход не нов, и трудно найти что-то новое в этих мотивах. Но эта традиция, заложенная Исааком Левитаном, обращение к которой поддерживает и художника, и его отзывчивого зрителя. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.